Я не думаю, что смогу идти. Мои ноги слишком сильно устали. Ера-ера-дазе, залезай ко мне на спину. Я понесу тебя. Ой! Вы действительно думали, что ваш дуэт гораздо лучше, чем наш? Ага! Глотайте пыль! Акуясу! Акуясу! Эй, как он так быстро бегает? Джонда Роза, медлись! Означает, что он еще не умер. Я докажу это. Ура! Так, немного. Видите, никакого трупного окоченения. Потому что он не мертвый? Это то, что я и хочу сказать. Джотаро, берегись! Ай, моя спина! Что это? Что это вы тут делаете? Обучаю их чуджа-позе. Слабаки, давайте профессионал покажет вам, как это делается. Ура! Пап! Я так ненавижу быть старым. Ты называешь это позингом? Давай я покажу, как это делается. Как ты научился это делать? Ну, я думаю, это семейное. Джорна, Джорна, научи нас, пожалуйста. О, ну что за молодежь пошла? Спина моя. Пап, это очень срочное. Мне нужно... Ага, в супермаркете. Черт подери, Джолин, ты не говорила мне, что у этого есть больше, чем одно применение. Я даже не могу понять, какой взять. Этот или, может быть, этот? Ну и ну. Я не собираюсь потратить весь день в отделе женской гигиены. Эй, Джолин. Да, да, это я, папа. Так что, тебе под какой размер письки подобрать, а? Как поживает мой сильный сынок, а? Я счастлив. Врачи сказали, что скоро я могу выписаться из больницы. А? Тут что, помимо нас кто-то еще? А, это мой друг Джотаро. Он часто меня навещает, но предпочитает приходить один. Твой друг? Он, наверное, милый, стеснительный мальчик, раз приходит один. Всем привет. Блять, посмотрите на моего адвоката. Я точно попаду в тюрьму. Конечно, ты попадешь, но, блин... Серьезно? Черт, нам нужно купить так много вещей. Может быть, мы лучше разделимся? Фармаджа, тащи сюда свою жопу! Успокойся, чувак! Боже мой, какой же ты медленный! Давай я и Фармаджа пойдем в продуктовый, а ты и Гьяча пойдете в супермаркет. А? Или может я и Гьяча пойдем в супермаркет? Совершенно не важно, кто куда пойдет. Погоди, мы что-то забыли? Эй, ребят, а где Мионы? Как делишки? Какая у тебя группа крови? А когда у тебя день рождения? Знаешь, ты будешь прекрасной матерью. А ну иди сюда, Изра! Ладно. Пап, у меня будет свое собственное аниме. Разве это не круто? Звучит отлично. Я думаю, ты забыл, что я могу видеть стенды. Особенно тот, который у тебя пляшет за спиной. Еры-еры-дозы. Ой, ну хватит. Ребят, а что такое наркотики, а? Я просто не в курсе. Тебя ждет такое приключение! А ну не смей! Мне кажется, что в одиночку я его победить не смогу. Мам? Думаю, нам нужно наше ультимативное оружие. Эрина! Бабуля! Кто тут угрожает моим детям? Она может все. Эй, Джолин, ты любишь магические трюки? Хочешь увидеть один? Да, конечно. Смотри внимательно и... Опа! Вау! Это было невероятно! Скукота! Я тоже знаю один магический трюк. Поглядите-ка. Раз, два, опа! Вау, дедушка делает еще круче! А? Как? Какого черта? Как он это сделал? Эй, Джорно, почему ты закрасил лицо своего отца? Ребят, я сам вообще не в курсе, как они сделали эти фотки. Я отказываюсь от этой части своего отца. Не расстраивайся, Дио. Мне не нужны твои утешения. И это мой сын. Ха-ха, ты можешь блистать, но я сияю. Боже мой, какой же ты убогий. Так говоришь, это сын Дио?
Да, пока угрозы нет, однако он уже глава мафии. Он, получается, брат моего папы. Значит, он мой дядя! Ты можешь вести себя тише, Джи-Джи? Они услышат тебя. Если он окажется как Дио, это может быть... Джи-Джи! Чушь! Если в нем течет кровь Джостеров, он хороший. Джи-Джи, вернись! А? А куда это папа пошел? Пошел доставать твоего прадядю. Здравствуй, молодой человек. Эй, осторожно. А вы знали, что ваш отец был моим прадедом? Но его тело было украдено его названным братом для того, чтобы зачать вас. Он какой-то псих, быстрее сваливай. Несет же нам на таких ненормальных. Мы одной крови. У тебя ведь тоже есть проявление духовной энергии в виде стенда. У меня он тоже есть. Эй, ты же сказал, что наша поездка в Италию — это обычные каникулы. Я соврал. Без разницы. Мы с Коичи пойдем в ресторан Кузини Тонио. Там делают отличную пасту. Ладно, а я пока посижу, послежу за делом. Вот так тебе, Цезарь. Будешь знать, как не верить мне. А? Джоджо, что это ты тут делаешь? Цезарь не верит мне, что я могу делать прекрасный макияж. Так что я решил ему показать. Я впечатлена. Поздравляю с становлением нашим лидером. Это для тебя. О, спасибо большое. Сам сделал. Отлично сиди. Я и забыл, что она отзеркалена. Ну ты можешь ее перевернуть. Не беспокойся, все круто. Лопух ты зеркальный. Помнишь, о чем мы с тобой говорили, Джалин? Если незнакомец к тебе подойдет и скажет: «Я друг твоего отца, и он послал меня, чтобы забрать тебя», что ты должна ему сказать? Ты лжешь, потому что у моего папы нету друзей. Хорошая девочка. А теперь иди и повеселись. Нет друзей, нет друзей. У моего папы нету друзей. Давай, жги, малышка. Кричи громче. За каждой девушкой стоит злой гей, который пытается разрушить ее жизнь. Но за каждым геем стоит гей позлее и голубее. Let it go! Гьячо, это шоу для детей. Давай пойдем домой. Гьячо. Она прямо как я. Ладно. Давай сюда свою руку. Спасибо. Почему я согласился? Джоджо, ты что, проткнул себе уши и даже не сказал мне? Мы должны были купить несколько сережек гораздо раньше. Вот эти выглядят особенно красиво. Да, мам. Они выглядят точь-в-точь, как наше родимое пятно. Кто-то пришел на вечеринку так рано. Кто же это так рано? Джотаро, помоги! Эй, Джотаро! Джотаро, это же просто костюм! Кровь не настоящая! Мне правда жаль. Это просто единственный день в году, когда люди не пугаются, видя мои шрамы. Так что я хотел их использовать по полной. Ты ошибся и напугал еще сильнее. На семейной встрече. Вот, Джоторо, специально для тебя я сделала все твое любимое. Спасибо тебе, бабуля Сьюзи. Так это ты виновата в том, что он стал таким толстым. Кекоса? Он выглядит прекрасно для своего возраста. Он просто большой мальчик, и ему нужно много есть, чтобы вырасти большим и сильным. Ошибаешься. Посмотри, какой он толстый. У него все тело как желе, потому что он весь покрыт жиром. Я вправду толстый? Он в порядке. Ему нужно похудеть. Он в порядке. Нужно похудеть. В порядке. Спидвагон! Джонатан? Давно не виделись с тобой. Как ты, старый друг? Боже мой, Джонатан! Это правда ты? Я так сильно по тебе скучал, Джоджо! Так много всего, о чем я хочу тебе рассказать, Джоджо! Ну, попридержи все это, пока мы не увидимся с Эриной. Эрина? Она тоже тут? Да, конечно. А еще тут наш старый друг Цеппели. О, я уже и не помню, когда последний раз виделся с ним. Ты будешь счастлив, когда узнаешь, что он такой же разговорчивый, как и всегда. Какая же радость. Мистер Спидвагон, быстрее вызывай скорую сюда. Да, я уже бегу. Роберт Ио Спидвагон, прожив долгую жизнь, умер от сердечного приступа в 1952 году в возрасте 89 лет. Он так и не был женат и не оставил за собой наследников.
Всем добра! На связи Асилата. Спасибо, что досмотрели до конца этот выпуск комиксов. Скрипя зубами, смог таки наскрести и сделать для вас новый выпуск прямо перед или, возможно, прямо на мой день рождения. Надеюсь, что вам понравился сборник, ведь я очень старался. Пишите комментарии о своих любимых моментах. А теперь всем до встречи и пока-пока!